В Захаровской школе состоялось торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11 классов. Поздравить ребят с окончанием школы и успешной сдачей экзаменов, а также пожелать им удачи во взрослой жизни, пришли местные активисты «Единой России». Они встретились с выпускниками в рамках реализации проекта «Новая школа». Рассказали о развитии образования в Московской области и Одинцовском округе, строительстве новых школ и детских садов, об успехах учащихся в олимпиадах и на ЕГЭ.